И снова, снова, снова всем привет, друзья! С вами Илья, и сегодня я решила поиграть в Террарию, не просто поиграть в Террарию, а в Террарию версии 1.2.0.3.1. Очень длинная версия. Так, это версия прелогис 2013 года. Да, 2013. Она недавно вышла в Стиме, она стоит 200 рублей. Я не зажопил. Вот сразу. Я попросил. Да, попросил. Извините, что попросил у меня 200 рублей там друзей. Они мне дали и взаймы. И все. И у меня появилась новая Террария, которая очень прикольная, на мой взгляд. Нет, не хочу себе такие волосы. Я уже создаю персонажа тут. Я поиграл. Если честно, у меня был звук. И были проблемы со звуком, то есть, понимаете, вот так вот. Такие вот проблемы со звуком, и из-за этого вот... Вы ничего не слышите странного. Окей. Ладно. Так, это режим. Все. Skin Center. Ну, и, короче, я не зажопил и купил Террарию сразу же. Потому что Террария это очень... хорошая для меня игра с добрыми воспоминаниями, на мой взгляд, вроде бы. Ну вот, так, шус у нас на беленькой. Все, теперь мне нравится белый скин с красными волосами. По-моему, это прикольно. Зовем его Сэм. Нет, не такой Сэм, вот такой Сэм. Почему я называю его Сэм? Потому что мне понравился мужик из Блэклиста, да, который там все бегает, все. Видите, какая заставка? Тут все есть. Это новая Террария. Теперь это круто, да. Все. Новая версия, новая Террария, новый World, новый персонаж, да. Это будет новый сезон по Террарии. То есть некоторые делают сезоны по Майнкрафту, а я буду делать сезон по Террарии. Такое что-то увлечение мое будет. Музыку нельзя врубить. Извините меня, что нету музыки. Так бы тут было. Там новая прикольная музыка. Я поиграл с музыкой. Меня там фанило, ну вот ужасно. Когда включена музыка, Windows 7 с микрофоном путает и как бы... Просто начинает бзззз, вот это вот, если есть, бзззз, то простите. Значит, какая-то есть музыка, да, другая, внешняя. Все, мы появились, и мы ужасно появились. Я. Что могу делать я? Я имею право пересоздать гребаный мир, потому что мне тут не хочется жить, да. В таком дерьме никому не захочется жить. Ну, да. Правда, не очень тут хочется жить, потому что... Ну, вы видите, что тут за местность. Кстати, появился новый фурк. Это вот такое вот фигня, которую можно вот так вот ставить. Но это мы уже потом, как бы, через него можно проходить. Ну, я потом расскажу про обновление чуть-чуть Террарии. Если кому-то вообще интересно, то, пожалуйста, подпишитесь, и вы будете узнавать первые видео мои о Террарии и о всяких новых... Ебать! Это что за биом? Потихо. Надо выжить. Мне надо выжить. Надо жить. Мы живчики. Да, я люблю выживать хардкорно. Это что за типа такое там? Мне... окей, я не допрыгиваю. Уже скоро будет закат. Умри! Кстати, есть теперь индикатор жизни. Убьем его. Это что? Вау, это руда, которую нереально добыть этой киркой. А там ко мне какая-то хрень бежит, которая по 24 хп снимает. Давай, утихомирься. Так. Тихо, держим. Вы их держим. Давай. Ты победишь, мужик. У тебя очень быстрая фигня.
у них по чуть-чуть снимается. Во, я два нанес, это вообще эпик. Так, еще раз два нанес, так. Работай! Он умер! Он дал мне Сильвера и Копера. Прикинь, может. Я, наверное, оставлю этот мир, чтобы потом... А, ебать, там еще один этот мудак. Че ты? Хочешь против меня идти, да? А, нет! Все. А, типа, он на меня бежит, да? Они же где-то оттуда бегут. Что еще тут поселиться? Мне нравится. Так вот, с ничего такие гады. Я не хочу. Нет! Как ты выпрыгнул? Это нереально. Я бы не смог. А я прыгун еще похлеще некоторых. Нет, 7 хп. Нет, не прыгай обратно. Слизень, не надо, не надо, слизень. Пожалуйста, не прыгай. Фух, спасибо. Так, тихо. Нет, он мне много отнял. Фух. Все. Дрил блок. Надо сейчас накопать себе блоков, чтобы пробраться в это... Не знаю, что там такое. Ну, кстати, новые виды сундуков, если кто не знает, у нас появились. И вот такие маленькие мини-полублокики. Блочики. Полублокики. Так. Прыжок! Ой, все, супер. Если кто-нибудь будет... Что это за горная местность? Давайте срубим отсюда дерево. Мне очень хочется посмотреть дерево. Регенерация, кстати, вот хорошая. На Nightwood. Окей, очень прикольно вот так вот сделали именно это все. Дерево такое с Nightwood-овское. С Nightwood-овской Арабии. Что-то такое. Ладно, я походу... А, нет, я не всех в этом лесу переубивал. У него 40! 40 ударов! Подождите, мне звонят. Ладно, пока что не будем отвечать. Срать на них. Срать на них. Если вы слышите, то забудьте. Все. Так, тихо. О, боже мой, какого пига я их всех не убью. Нет, надо валить. Я сдох. Ну вас нахрен. Это что за дерьмо там? Я не хочу отвечать. Я занят. Вы понимаете, что я занят. Окей, этот мир мы оставляем. Но сейчас же создаем новый. Да блин, сколько можно уже звонить? Ба! Создаем large. Вот. Это... Спасибо, что вы... отключились, кто бы это ни был, по идее, мне это там... Я знаю, кто это мне, наверное, звонил, но не буду отвечать, извините, что я не взял. С вами бы пришлось заново, я уже это кое раз заново делаю из-за грёбаной музыки. Ну, извините, я не хотел вас обидеть. Что... Но мне это реально трудно дается, то есть монтаж, вот эти вот такое, но монтажу я не сильно. Найти все эти программы надо было, потом сжимать это все, и это очень трудно было, если честно. Мы создаем опять мир. Можно создавать кучу миров, но потом надо будет выбрать один, которому я появлюсь на вот такой вот поверхности ровной. Нет, сразу два. Кто придумал такое? Кто? Я знаю, что тут новая версия, что тут миры как-то хуёвые. Ну, не надо, все. Савин въехал. Все, сингл. Сэм. Да лето, второй. Да. Создать. Большой. Большой. Фри. Срик. Это фри, короче. Ну ладно, напишется не так, я знаю, просто я
Не хочу правильно писать, и мне это на все пофигу как-то сильно. Ну не сильно, но все равно. Вау, тут такая, я бы такой водопадик встретил в Майнкрафт. Я бы сразу тут поселился, построил дом, завел овечек. Ну, что в этом мире есть? По-моему, в этом мире есть зайчики и NPC. Ну, вот, вот молодцы разработчики, что придумали NPC. Ну, в Майнкрафте это бы помогло. Прямо оживить его. Оживить сам Майнкрафт, оживить его какими-то офигенскими новыми рудами. Он не должен быть основан на реальных событиях. Он должен быть основан на чем-то хорошем таком. Хорошем. Новые блоки камня. Кому нужен угольный все 70 блок, когда есть там разные нормальные другие блоки. О, да. 70. Я знаю, что я пропустил сундук сейчас. Мне надо было все это собрать. Там руда. Да. Здорово, а как тебя? Кевин, Кевин. Ке-ке-ке-ке-ке. Тин? Тут теперь есть тин. Окей, может это серебро тин. И 58 таких вот няшных палочек. Или 59. Что тут маленькое такое священница? Что это? Какая-то лед, ория. Длинная. Лонг это длинный, насколько я знаю. Это лед. Какой-то типа длинная руда. Нет, что-то другое. Мы заспавнились на вот таких вот водопадах. Ну, наверное, далеко от коренной породы. Но коренная порода тут почти недостижима, то есть... То есть никто даже не надеется, что она найдет. Почему я нашел тин? Ни разу в нормальной террарии не встречал тин. А тут его добавили, да. Там тин! Или что это? Это вода, она течет. Как это красиво. Так, я нашел еще леда кучу. Сейчас мы этот лед заберем. Ага. Там. Сейчас все сломаем. Вот почему-то тут вода стала опять нормально. Все, мы ее сливаем чуть-чуть. Туда, вниз. И берем вот эту руду. Ну, тин вроде неплохой. Тут птичка. 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 Сколько тебе тоже 5 жизней, да? А я такой мужик с киркой. Здорово, заяц. О, пустыня. Они даже новую эту пустыню сделали. И воду новую пустыню. Умри. Эти с 3 ударов. Твой слизень. Зато тут есть новые руды. Именно вот где это. Умри, зайчик. Ты... Извините, что я его убил, но он мешался. Да, он мешался. Птичка, птичка. Синичка. Ну, как-то с пещерами стало... Что это за дерево? Ну, поменьше пещер стало, побольше всякого необъяснимого. Такого вот дерева, которое ломается, походу, киркой. Интересно, топором ломается? Нет, топором не ломается. Странно. Ирк. Я, может, потом спущусь. Но не сейчас. Так, какой-то тут был не биом. Опять. Опять вы. Не, ну, конечно, я вам рад. Но не настолько. Да. Вам рад, но не настолько. Окей, спускаемся. Я, может, сейчас еще не создам. Это уже 4-й, просто сегодня у меня день создавания миров и добычи ресурсов в разных мирах, а потом будет освоение и содержание одного мира, чтобы не разбрасываться рисами. И, кстати, добавили новую плюшку, вот такую плюшку, что вы можете не ставить на блок, а ставить как бы на задний план. Факел, он будет на заднем плане, но вы его можете оттуда легко достать. Оп. Все, перепрыгнули. И сундучок. Уау, тин бар. Круто. 8 тин бара.
Гранаты. Ну, гранаты, знаешь, сатурны, там все такое. Так, плюс 20 маны, материалы. Стоп, а тут уже есть первая мана, типа, да? То есть у меня уже 40 маны, вау. Круто. Сильвер, мой любимый. Бутылочки, зелье железной кожи вроде бы по текстурке. Зелье такое и вот эти сюрикен. Вот это что такое? Campfire. Epic. It is campfire. Это столик, вау. Epic. Epic. Как я слышу, как ко мне кто-то роет, так что я... Ага, вон. А, то есть это вода заднего плана. Тихо, червяк. Я тебя сейчас... Я на тебя в суд подам. Нет, он мне 9 жизней отнял. Убейте его. Сейчас. Ого. Как много жизней. Тогда будем вот так вот работать. Блин. Могу попасть. Да, там оно, там сердечко. Тут тоже сердечко. Все, надо вылазить. Либо умирать, либо вылазить. Я не могу взять верстак. Тихо, все. Да, гад. Нет, он у меня свалил. Я убью тебя, и тебя, и всех вас. Конечно, со столькой жизни мы не убьем никого. Да я убью тебя, лодочник. Ну, конечно, он не лодочник. Я не убью его. Да за что мне это? Все, 2 жизни. Тихо, отклоняемся. Всем жизни опять отнял. Вот гад. За пол жизни меня убьет. А. Ладно, мы выбираемся дальше. Чик-чик-чик-чик. 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 Я прям как протирарий. Юху. Чик. А нет, тут нельзя. Чик. Чипик. Чик. Так, тихо. Все блоки кончились, надо вылазить. Тут роем вот так вот, роем. Все, там две сферы. Как бы эти сферы жизни добавляют... Вы не поверите, жизни, но... Сферы жизни добавляют жизни. Что я за чухню несу? Они добавляют жизни к вот этим 100, то есть максимум 400. Вы представляете, одна всего добавляет 20. Вот. Мне надо, значит, очень много их. Вот. Да. Отлично. Эй, ломайся. Молодец. Меня теперь на верстак хватает. Надо 10. У меня было 9. Так, ну что, поставим его? О, здравствуйте. Я вижу, вы меня все еще пытаетесь убить. Так, это вот пэнт. Броня? Это броня, сейчас мы ее купим. Возьмем. А какую броню я взял себе? Это я не могу никуда. Я не могу. Так, кепа. У меня есть кепа. Элита кепная. Все. Ботинки. Это деревянная броня. Ну ладно, пока что не поставим. Так как есть все. Да. Ну ладно.
Я тут что-то посмотрел, послушал, там кто-то вроде вошел. Ну, ничего, сейчас я тут все равно буду за... Анчебать! Фух, фух, я чуть не упал. Окей. Все. Пофигу, молот. И все, и уходить надо. Ну, тут больше как-то нечего взять. Факелы, а нет, факелов надо. Из факелов крафтить. Ну все. Погнали. Я бы еще меч сделал, но не хочется. Так, все. Пара-парам-пам-пам-пара-па-па-пам-пам. Па-пара-пам-пам-пам-пара-па-па-пам-пам. Сейнайбл. Listen to my heart and maybe you're bold enough. Hope it's a bit neighbor. Maybe you're bold enough. What the fuck is Bible? Сюда поставим мы эту фигнюшку. Давайте все копаем. Вот видите сердце, оно даже искрится по эпику. Ой, теркой можно было, да что за издевательство? Life Crystal, это не сфера, это кристалл. Вон оно чё, меня наколоть хотели. Это я сам себя наколоть хотел, получается. Всё. Да зафиг я топор сделал. Не знаю, ну зачем я топор сделал просто? Какой топор, это молот. Всё, сломали. Может, я хотел просто сделать молот. Сломал. Бил, сломал, у меня уже все перемешалось. Все, я выпрыгнул. Кул. Давайте. Поводиться. Поводиться. Ладно, на этом я, наверное, закончу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока.